Вот Султан нас зовут, вопрос Госгвардии. Люди пропадут, мы все сделаем, чтобы у вас проблем не было. Сейчас идем, безопасное место. Уехал, да? Мариополь, Чура, Аяхарь, да? Подраки, отчера, мирно жительство. Да, как бы. Арбол, дашь больше, я у моего отца. О, опол, положил, мирно. Кто она, я не так? И нас паста, глава, ушло. Мои силы, а по чарам дать свои. И его задача, первая задача, мирно жительство. Варбарра, и сохранить барра, там ешу бахажарра. И его задача, да, арбол, а вы же вахбал, ушло. Там чубамет, я у меня, может, у меня, что я долго, Ахмад, мои Росгвардия. Мы по поручению нашей главы поехали. Наша первая задача – сохранить жизнь мирным людям, помогать им во всем. Медицинская помощь или любая помощь. Мы сейчас вас повезем в безопасное место, сделаем все, что надо. Не беспокойтесь, всех мы спасем, иншаллах. Вот сейчас поднимитесь в машину, и мы повезем вас в безопасное место. Как ваше здоровье? Ну что, медицинская помощь? Помощь есть? Да. Все, поднимите, все мы сделаем. Все, позовите. Смотри, что надо, им все, что сделать, все, что надо. Алба, алба, алба.